Добрый день, друзья! Приветствую вас на своем канале. Меня зовут Наталья, и мой сегодняшний обзор по 13-му каталогу компании Oriflame. Вот по этому каталогу с новинками серии Want. И давайте посмотрим, что же я здесь приобрела для себя. Давайте начнем со здоровья. Это у меня подписка. Сейчас очень выгодная подписка. Идет 2 равно 3. То есть два каталога покупаешь продукцию Wellness по подписке, а в третьем каталоге тебе приходит продукт бесплатно. Раньше была подписка 3 плюс 1, теперь сейчас 2 плюс 1. И очень выгодно. Получается всего, я говорю, два каталога платишь. Раньше 3, сейчас 2 и плюс 1 продукт бесплатно в следующем приходит. Итак, у меня детские витамины. Жевательные постилки для детей. Серии Wellness. Вот так вот они в блистерах выглядят. И здесь их 3 штучки. 3 блистера. Далее я взяла себе травяную зубную пасту. Я очень люблю травяные пасты. Вот Optifresh взяла травяную пасту. Продукт. Код продукта 44953. Вот такая. Из мужской серии взяла вот такой наборчик. Но он не наборчик, просто отдельный продукт, получился как наборчик. Очень хороший шампунь серии Nord для мужчин. Объем у него 250 миллилитров. Код у него, сейчас гляну, так мелко все написано, 35678. Вроде так. Смотрите, сделаю фиксацию. И пена для бритья. Также серии Nord для мужчин. 200 миллилитров объем. Ой, а тут что-то совсем, я ничего не вижу. Ну, в общем, так. Вот это вот в серии Men. Далее взяла шикарную тушь из серии The One. Ой, простите, Uncolor. Заговорилась 3 штучки. 3 штучки это я купила в подарок. Очень хорошая тушь, объемная, цена у нее привлекательная, но очень-очень классная, правда. Можно дифирамбы петь и петь, вот цена, скажем так, цена и качество вот замечательное. Цена дешевая, а качество супер. Это черная тушь, объемная, 38 929. Она многим любимая. Причем в ней есть стойкий пигмент, она не отпечатывается на веках. И если вы вдруг нечаянно попали под дождь, тоже ничего с тушью с вашей не сделается. Объемная тушь, вот такая желтого солнечного цвета, 3 штучки. Эти патчи с киви, веселые патчи, пришли в подарок. За любой продукт из... А, нет, стоп, за любой продукт. Из серии Love Nature. Патчи Love Nature я взяла вот такой вот маслице. Очищающее маслице. Мне оно очень нравится. С лаймом. Где-то что-то, какой-то прыщик прижечь. Либо насекомое. Вот летом бывает укусил. Какой-то раздражающий фактор. Очень мне нравится. В общем, антибактериальное вот такое средство. Замечательное. Покупая его в каталоге, идет подарок вот такие патчи. Вообще за любую продукцию там Love Nature идет в подарок вот такие 8 патчей. Маслица 10 миллилитров, код у нее 34960, по-моему, 9. Сейчас посмотрим каталоги. Я сейчас посмотрю. Да, вот я нашла подарок при заказе любого продукта из серии Love Nature. Итак, антибактериальное средство для лица с органическим чайным деревом и лаймом. 34849. Вот при любой покупке приходит в подарок как раз-таки киви. А взяла наборчик. Это действительно набор крем для рук и мыло в виде апельсинчика. По отдельности продукты покупать невыгодно, а вот в наборе есть акция в каталоге. Очень даже выгодно получается. Сейчас найдем мы эту с вами страничку и посмотрим, что же у нас здесь получается. Какая выгода.
цитрус и корица для хорошего настроения. Вот она, эта страница, 103, набор всего за 219 рублей. Каждый продукт будет вот по такой цене, крем 210, а мыло 180. А если берете в наборе выгодно, то получается у продукта всего 219 рублей. А если у вас есть регистрация, конечно же, в Oriflame, то минус 20%. Ну, то бишь, получается совсем прекрасная цена. К зубной пасте взяла щеточку Optifresh, голубенькая. И что у нас еще здесь есть? Ну, конечно же, давайте посмотрим по акции. Такой шикарный набор. Набор из серии Essence Go. Всего за 849 рублей. Премиальная серия «Теплая магия, сливы и миры». Я не могла обойти мимо, поэтому я всегда беру, если есть вот такая возможность купить набором Essence Go по привлекательной цене, я всегда его беру. А что нужно было сделать? В прошлом каталоге сделать заказ на 1000 рублей, либо второй шаг заказать в текущем на 1000 рублей или на 2000, если в прошлом не успели, и тогда получить супер скидку на легендарные продукты и новинки. Это новинка, ну уж новинку-то я точно возьму. Слива и мира буду пробовать. PH балансированное жидкое мыло для рук и тела. Я его частенько использую как гель для душа, то есть для тела. На коже соблазнительный восточно-фруктовый аромат и нежный ароматный лосьон. Лосьоны действительно прекрасны. С натуральным эфирным маслом миры и экстрактом сливы. Смягчает кожу и быстро впитывается. Ну что ж, будем смотреть. Итак, код набора 546750. Вот такая премиальная серия. Ай, какая красивая. 300 миллилитров. Посмотрите, объем 300 миллилитров. И у лосьона, и у жидкого мыла. Ну, то есть тут есть чему разгуляться. Прекрасно. Прекрасная Essence Go. Это вообще замечательная серия, когда идет в подарок. Можно сделать шикарный подарок. Вот упаковать. И это будет вообще прям супер-супер. На подарки. Вот сейчас, например, скоро начнется День Учителя. Обратите внимание, что вот подарить вот такой подарок, ну, я думаю, в восторге будет любой учитель. Попробовав, может быть, сначала и, скажем так, не оценит, но когда попробует этот продукт, просто будет в восторге, потому что это премиальная серия, и она стоит того, чтобы ее дарить. Также по юбилейной скидке 45% я не могла пройти мимо и взяла, конечно же, все продукты. И антивозрастной бестселлер, который я люблю и постоянно покупаю, когда есть по скидке интенсивные подтягивающие капсулы для лица Royal Velvet с экстрактом черного ириса. Ну, естественно, сейчас это Wellness астаксантин и экстракт черники по специальной цене. А сейчас у нас осень на дворе, и все эти респираторные заболевания нужно поддержать, конечно же, иммунитет. И я это все взяла. Где оно у меня? Баночка астаксантина. Комплекс астаксантина, экстракт черники. Код 29688. И легендарные капсулы. 24547. Они у меня просто как горячие пирожки разлетаются постоянно, потому что я ими пользуюсь интенсивно. 24547 интенсивные подтягивающие капсулы из серии Royal Velvet с экстрактом черного ириса. Вот они, 28 штук практически на месяц. Итак, мы с вами посмотрели капсулки. А давайте посмотрим их. Откроем их, посмотрим их. Откроются. Вот они, драгоценные капсулки с черным ирисом, с экстрактом черного ириса. Так, да что-то на резьбу не попало. Ну и под занавес это, конечно же, новинки самого каталога. Вот этого серия Want. У меня есть видео по масочке.
очищающей масочки серии Wand. Я сюда вставлю ссылочку. А кто не видел, можете пройти посмотреть мои впечатления от вот от этой разогревающей масочки серии Wand. Эффектное очищение. Код 41-382. Будет здесь вот как раз ссылочка на видео. А теперь перейдем к другим продуктам. Быстренько посмотрим их, потому что я готовлю подробный обзор на каждый продукт. И что-то мне прям мега-мега очень она нравится стала. Пришло вот такое очищающее средство. Ну, немного, знаете, здесь вот помялось в процессе транспортировки. Но я купила для себя, поэтому я даже не заморачиваюсь по этому поводу. Потому что коробочку выброшу в макулатуру, в переработку мы сдаем. А содержимое коробочки, это, конечно, стоит отдельно. Рассказать про него. Это очищающее средство. Новиночка. Вот так она выглядит. Смотрите, какой лаконичный, простой дизайн. Wand. Здесь очищающий бальзам для лица. Эффект преображения. Объем 150 миллилитров, код продукта 41-374. Ребята, это просто сказка. Я на него сделала отдельное видео, и оно будет обязательно в плейлисте, где я подробно расскажу об этом прекрасном средстве. Я просто в него влюбилась. Расскажу сразу, приоткрою завесу этого продукта. Вот однозначно у каждого на косметическом столике, в ванне, вот это средство должно быть. Просто мега средство, прекраснейшее. Не буду долго рассказывать о нем, потому что готовится отдельное видео по этому продукту. Веганская серия. У каждого продукта, то есть это вся серия, это веганская серия, натуральная, без всяких плохих добавок. Итак, в каталоге на странице 5 она выглядит вот так. Очищение, эффект преображения. А следующий у нас продукт идет. Что у меня здесь есть? А у меня здесь есть база под макияж. Так, сейчас мы найдем ее. Точно такой же лаконичный дизайн. Вот так выглядит. Нежная, такое кремово-розовое. Тюбик, туба, объем 40 миллилитров, код продукта 40-670. Идет с дозатором. Вот так вот выдавливается. Светоотражающие частички. Их хорошо видно. Прекрасно распределяется на коже. Увлажняет и подсвечивающий эффект идет. Видите? Вот она. Вот до и вот после. Вот такая база под макияж серии Wand, выравнивающий эффект. Страница каталога у нас идет 16. Вот она. Вот он продукт. Один в один похож. Даже по размеру. Смотрите на фотографии. Супер. Супер, супер. Даже размер подходит. Такой же. И вот она, база выравнивающая. Это новиночка. Следующая у нас новиночка идет. Сейчас посмотрим. А, вот давайте как раз масочка. Вот она, масочка идет. Это маска для лица. Эффект обновления. Сейчас мы ее откроем. Посмотрим. Вот такая вот голубенькая. Как небо голубое. Закрыто. Объем 50 миллилитров, серия Wand. Буду тестировать, расскажу вам о своих ощущениях, потому что об очищающей масочке я уже сделала видео, и теперь мне нужно сделать, конечно же, по обновляющей. Итак, страница каталога 12, вот так вот она выглядит. Буду пробовать. Консистенция, конечно, нарисована интересная. Буду сама пробовать и смотреть, как это эффект. Она ночная масочка, то есть ее наносим на лицо и оставляем на всю ночь. Буду тестировать, поделюсь с вами впечатлениями. Кто уже приобрел себе и протестировал, можете оставить комментарии под этим видео. Я буду очень рада прочитать их.
Может, чем-то поделитесь интересным. Следующее у нас идет. Это вот такая новиночка. Роллер для ухода за кожей вокруг глаз. Нежная кожа вокруг глаз. Крем для кожи вокруг глаз. Эффект восстановления. Вот так. Вот так выглядит. 15 мл объем. Код продукта 41353. Веганская, видите, на всех продуктах на логотип веган. Вот здесь, видите, такие вот роллеры, которые массажируют кожу, нежную кожу вокруг глаз. Он двигается, видите? До полного щелчка. Туда-сюда щелчок произошел. И им пользуемся. Страница в каталоге у нас идет 11. Вот она. Все. Это был мой последний продукт для обзора. Моего заказа по каталогу номер 13. Вот он. По каталогу номер 13, все, что я купила. Надеюсь, вам был полезный обзор, посмотрели, что-то захотите себе приобрести. Поэтому смотрите, приобретайте, хороших покупок. До новых встреч, до новых полезных обзоров. Пока-пока.